Чикородка. Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королёв. Тяжело, дай дух переведу. Тяжело, дай дух переведу. Ну что же, ребятки, началась рубрика «Ух, тяжело». У нас в гостях молодежный коллектив «Ревайнд». Ну, вот, видите, сразу понятно, что коллектив сыгранный, слаженный, вот, и все такое прочее. Давайте так сделаем. Я предлагаю сразу послушать произведение, а потом уже познакомимся с теми, кто пришел в студию, вот, кто на чем играет, кого как зовут. Давайте? Да, давайте. Да, конечно. Песня называется Living Dead. Ну, как раз к таким чуть было не сказал, к тем новостям печальным, которые прозвучали. Но, по-моему, это кощунственный был бы каламбур, так что я воздержусь. Да. Yeah.
Оранжевая дочка, оранжевый Black Sabbath, оранжевый доллар. Рывайн с нами, но вот по выражению ваших лиц я вижу, что что-то не так. Ну, прежде всего, хотелось бы поприветствовать наших слушателей. Приветствовать и сказать, что да. Песня была совершенно другая. Ну, это ничего страшного. Ну, как ничего страшного? Понимаешь, если тебя... Вот тебя как зовут? Игорь. А если я тебе скажу, что ты не Игорь, а, скажем, Зигфрид, тебе же это покоробит. Именно, ну да. Иностранная такая штучка, может, ему приятно будет. Мне, кстати, он бы больше нравился у Зигфрид. Я ему потом расскажу, откуда этот Зигфрид взялся. Вот почитайте, или сами почитайте, у Вагнера есть тетралогия, четыре оперы, «Кольцо Нибелунга». И там... Постепенно вы узнаете, откуда взялся Зигфрид. Так что лучше пусть ты будешь не Зигфрид. Давайте да. тогда расскажем, так. откуда взялись мы. Песня, скажите, как называлась? Смотрите, песня называлась «Radioactive Contamination». Это у нас кавер на старую одесскую группу трэш-металлическую «Трэш-машина». И, соответственно, может быть, это и хорошее начало беседы, потому что мы передаем привет жанру как таковому и отечественному жанру в частности. Давайте представимся. Мы группа Rewind. Она состоит из Игоря Якулева. Барабаны. Барабаны. Александра Поднебесных. Вокал. Вокал. Замечательного дуэта гитаристов. Это, соответственно, Рома Феклушкин. Привет. И Виталий Бураков. Это я, да. И ваш покорный слуга Черко Павел, бас-гитара. Ага, то есть ты прямо, так сказать, вещаешь со снов. Со снов, ну. Хорошо, то есть вокалист в сторону отодвинулся, потому что бас-гитара будет говорить. А у нас все в порядке старшинства, кто первый залез, а залезли первые мы с Игорем в этот... В коллектив. Да, вагон, да. Угу. Ну вот смотрите, это редкое явление, чтобы коллектив пришел целиком. У вас же целиком коллектив пришел? Да. Клавишника же не подразумевается. Ну, жанром не, да, мы его... не подразумевается, да. Да. Вот. Коллектив пришел у нас целиком, потому что у нас система творчества такая, система жизнедеятельности коллектива, что у нас все решения принимаются коллективно, и музыка сочиняется тоже исключительно коллективно. И я считаю, это там у нас один из плюсов нашей музыки. А если вас в армию начнут забирать, вы тоже коллективно будете косить от нее? Мы будем коллективно защищать родину. Коллективно если... родину будем защищать, и мы уже откосили, к сожалению, там каждый. Я, например, честно не годен, то есть, поэтому я не косил. Они просто не связываются с людьми, которые тяжелую музыку играют. Вот есть за кого порадоваться. Время тяжелое, кого не спроси, все негодные в армию, да? Зато 23-е все отмечают, да. Ну, потому что, слава богу, выходной сделали, понимаешь? Это хоть люди могут вздохнуть свободно. Не обязательно же маршировать по подъезду себе подобными. Можно просто тихо посидеть. Ну, кстати, маршировать по подъезду к себе подобными — это такое, представляю себе, наверное, замечательное занятие-то. Очень замечательно. У меня соседи есть, ну, часть соседей есть нормальные, а есть умственно отсталые. И вот человек там уже под 40, и они собираются регулярно. При том, что один из них живет в этом подъезде. Они собираются регулярно возле мусоропровода, или как, мусоропровода, и выпивают там, значит, воняют папиросами, вот, мусорят, и почему-то они делают это именно в подъезде, а не у него в квартире. Ну, потому что, может быть, это не хулиганство, это хэппенинг. Это хэппенинг с их стороны, а это самое маздаинг с моей стороны. А вы таких форм культур, да, просто не одобряете, да. Сейчас интеллигенцию, в принципе, тяжело понять. Творческую. Вот они меня не понимают, когда я им говорю, ну что, банджи, празднуете? Они начинают орать, иди сюда. Там, знаешь, ну, наверное, хотят тоже меня присоединить к празднеству, к бомжовому своему. Ладно, давайте к музыку слушать. Давайте слушать музыку. Обещали живых мертвецов. Надо да. попробовать. Надо да. попробовать живой. Со второй попытки. Да. Вторая попытка. Она песня не пытка. Living Dead. Some folk
и так далее. Ну что же, Rewind у нас в гостях. Вот слушатель написал: ну, вот хоть первый раз аутентичные металлисты джи-джи-джи. Это я пытался изобразить его, значит, его лексикой. Спасибо, дружище, ваш звук. Очень приятно. Спасибо, ну, да. Я только единственное, почему в первый раз. Я считаю, что, во-первых, за 8 с лишним лет у меня перебывало немало аутентичных представителей разных стилей, в том числе и металлюжного тоже. Так что, ну, это не в обиду будет сказано. Конечно, ну, артист себя считает единственным. В любом случае, спасибо за комплимент. Я бы хотел сказать, что именно в этой песне мы пытались добиться аутентичного джи-джи-джи, теперь мы уже слышим, видите, то, что народ оценил, он понял вот эту идею, большое спасибо. Знаете, да. Народ, когда звучала классичка, ухом не вел, то есть, вернее, не ухом не вел, пальцем клавиатуру не тронул, или они настолько были очарованы классикой, что обезмолвили, вот. Или это их запугивало. А вот когда металл, тут же, смотри, их прорвало. Пишут, это зачетный детх, спрашивают, живые мертвецы, ты где-то между живыми и мертвыми? Или ближе к живым, или ближе к мертвым? Интересуется, видимо, такой пограничный физиолог. Я думаю, что пациент в данном случае скорее все-таки мертв, чем жив. Это не поддается объяснению, надо просто посмотреть фильм про зомби, он все поймет. А так, именно эта песня — это привет самым-самым ранним образцам вот этого жанра, Веном, Слэйру, первому альбому. Поэтому получился вот такой вот трек. Вот по мне, я бы не стал прямо ограничивать рамки коллектива детхом. По мне, это вполне хардово и старинно-лампово звучит. Ну, да, да. Как-то детх даже и... Я не знал, что я играю детх. Мы себя как детх-группа не позиционируем, ни в коем случае. Искусствовед из слушательской массы сказал, что детх. И поди его переспорь. Мне кажется, детх — это не стиль дет-метал, а детх пишется кириллицей из «х» на конце. Это мироощущение. С твердым знаком. Да, с твердым знаком, да. Тогда я понимаю, да, детх. Ну а тогда, ладно, давайте уж выпадом на выпад ответим. Если не детх, то что? Мы себя позиционируем, наверное, как трэш, дробь, греф, грув. Новый стиль только что изобрели. С некоторыми влияниями других стилей. И с элементами попа. И евроденса, да. Ну и имбайн-то тоже. Безусловно, я, правда, это слово не умею как произносить, но сказал. Ну, на самом деле, мы как-то не стараемся сгонять какие-то рамки. Мы двигаемся в направлении тяжелом. Но клавишника-то вы все-таки не приемлете. Ну, да, потому что мы все-таки более агрессивную музыку как-то хотим играть. И тяжело, да, и тем более 5 человек и так много, куда еще. Это да, но насчет агрессивности вы, наверное, с Дроновым не знакомы. Знакомые. Ну да. Вот, значит, добрейшей души человек. Отдай ему клавиши в руки, в агрессивности не оберешься. Ну, в творческой. Тут с Дроновым, наверное, чуть-чуть можно на секунду отвлечься. Да. Слушатели, может, не все знают. У него есть группа замечательная, Валькирия. Валькирия. Да, они играют. Орёт не менее замечательный парень. Ну, там несколько разные, парней, да. Орало, да. Очень хорошие, всем советую послушать. Немоляев неплох. И Немоляев орал, да, совершенно верно, в том числе. Хрипел, рычал. А про Living Dead вот еще хочешь сказать, да. И про ту песню, которая прозвучала. Эти песни, они вышли на диске, который называется Shock Waters. Мы песню оттуда еще обязательно сегодня послушаем. Mm-hmm. Диск вышел в 2016 году на лейбле Metal Race. Этому лейблу, его директору, хозяину, владельцу Толику мы передаем большой привет, потому что во многом благодаря ему мы находимся сейчас здесь и даем вам интервью, вещаем в эфир. Ну и... да, неплохой торговец с живым товаром. Ну и он как-то поддерживает нас всегда, за что ему отдельное спасибо. И радеет. Мы человек это очень за ценим. Искусство. Очень сильно радеет, да. Хорошо, давайте-ка мы послушаем пьесу, которая у меня заряжена в крутилку. Стабилити. Стабилити. Это наш самый-самый первый трек за всю историю. С него все началось. О, понятно, давайте-ка слушать. То есть это ваш еще детский лепет. Да. Детский лепет с половиной состава. Да, включаю.
Let us be aware that while they preach the supremacy of the state, declare its omnipotence over individual man, and predict its eventual domination of all peoples on the earth, they are the focus of evil in the modern world. It was C.S. Lewis who, in his unforgettable Screwtape Letters, wrote, "The greatest evil is not done now." Они предпочитают комфорт, не соревнуются, не спешат, просто думают на опережение. Пиджаки. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в этот понедельник после 15. Говорит Москва. 94,8. Вы слушаете программу «Ночь коротка». Исполняет лауреат Всесоюзного конкурса Антон Королёв.
Санта-Каральду. Тяжело, дай дух переведу. Тяжело, дай дух переведу. Ну что ж, Rewind с нами. Слушательница написала: слушая эту музыку, я вкушаю аромат и запах денег. Вот так она пишет. Это какое-то спорное утверждение. Денег мы не видели еще. К сожалению, да. Да. Тем более не нюхали. Не, немножко аромат-то видели, но их хватило бы исключительно там, чтобы... Вкусить ароматы каких-то напитков. Ну как, знаешь, это самое... Это история с Хаджой Насреддином, когда торговец шашлыком там придрался к нищему, который ел булку, а перед этим пропитал, значит, дымом этого шашлыка булку. Она стала от этого вкуснее, он требовал башлей. Хаджа Насреддин, ну, знаете, отобрал последние башли у нищего, позвенел над духом этого торговца, говорит, вот он нюхал твой шашлык, а ты слышал, как звенят его деньги. Так что, наверное... Ну, по поводу денег, как тут сказать, что а тем более, это не та музыка. Тем более, что никак не сказать. Они, да никак. Да, они да. же вообще не пахнут, понимаете? Так что да, дело в том, что музыка, которую мы выбрали, которую мы исполняем, сочиняем... Вот так скажем, группа Rewind меркантильных вопросов не касается. Вот. Ну да. Да, да. Хотя с удовольствием касалось бы. Готов к сотрудничеству, звоните, да, чего-нибудь коснемся. Корпоративы, детские праздники, утренники. Вот, то, что надо. Шашлыки. Вот, корпоративы... Да, потому что общество иногда надо встряхивать. Потому что они заскорузли в этих голубых огоньках, все слащаво-прыщавое, как вы говорили. Вот, надо их немножко, ну, так сказать, взбадривать. Тут это сложная тема. Видите, как вот эта музыка, которую мы исполняем, и люди, которые участвуют в слащаво-прыщавых голубых огоньках, мы разошлись с ними, и, наверное, навсегда, потому что существуем в целиком это параллельных. Это да, но, понимаешь, существует такое понятие, как люди. Они рождаются, живут, они хотят от жизни чего-то светлого. И когда у них, кроме голубых огоньков, им ничего не светит, вот, то светлое из их жизни уходит, к сожалению, чаще всего навсегда. И поэтому коллективы, на вроде вашего, должны людям показать хотя бы в конце туннеля хоть что-нибудь. А мы стараемся, мы им показываем. Это мы увидим. Да. Ну, так надо... это, опять же, стимул выбраться из туннеля. Вот. Ну да, да. Мы бы хотели рассказать то, что да. записи, которые сейчас играли, вот это вот Stability, это запись самая-самая ранняя, и большая часть состава, которая вот на этой записи звучала, она, большая часть состава не соответствует ныне представленным товарищам, которые находятся здесь в студии. Ага. Последние новости из стана группы Rewind, они такие, то, что мы сейчас активно записываем альбом, он выйдет весной этого года в том или ином виде. 26 февраля у нас концерт в клубе Rockhaus. Вот эти вот там девушки и юноши, кто любит детх и запах денег, да. они да. Запах детхник. Запах детхник. Они могут прийти в клуб Rockhaus этим запахом насладиться, да. Там еще будет, кстати, не только этим. Да, множество других будет запахов, интересных ароматов, такой будет букет такой творческий. Так да. это нормальную песню же можно сочинить. Дед запах денег. Ну там что-то да, уже есть наброски, сместить, да. Сместить, что да, смертельный запах денег сливается с запахом твоей уходящей плоти и, собственно, неотделим от него. Уходящая плоть — это хорошо. Обычно дух уходит, но там плоть — это философское понятие, тоже куда-то это все девается. Ну да, 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 знаешь, она поутру взяла и ушла, а запах остался. Но это вам как поэтам виднее. У нас ароматический эфир. Эфир. Давай-ка ты еще раз скажи, куда всем приходить. Приходить 26 февраля, воскресенье, вечером в клуб Rockhaus. А у Свайса выдают там, на проходной.
пахучие. Все, пропал разговор, зациклились. Вот, еще бы мы хотели там про запахи рассказать. То, что 29 апреля в московском клубе «Джимми» приедут итальянцы. Трэш-группа «Биоскрейп». Они с собой привезут итальянские запахи, а отечественные запахи привезем туда мы. Хорошо. Да. Пришло время послушать еще произведение, вышедшее из-под вашего совместного пера. Вышедшее давно, в 2015 году, если мне не изменяет память, называется оно «King of Last». Давай лучше «она», а не «оно». Тут как-то... «Оно», произведение. Произведение. Вот. Да. А «King», естественно, с его «ластами», это, естественно, «оно». Нет, тоже он. С «ластами», да. С «ластами». «King-подводник». Я включаю. Ладно, погнали. Всё, давайте. Тут что-то это грустно становится от собственного юмора.
молодежный коллектив Rewind у нас в гостях. И вот слушатель, а может, слушательница, тут не ясно по почерку, спрашивает в смс-ине. Могут ли ребята в дальнейшем у вас возникнуть в группе Rewind изменения в направлении жанра? Если могут, то в каком жанре это все будет? Вот. Исполнение данной услышанной музыки вокалисту респект. Странно, а почему всему коллективу не выразить его же? Ну, так всегда, видите, вот этот фронтмен. Ну да, все лавры пожал. Тут сжал. У нас вот присутствует наш вокалист Александр Поднебесный. Который... А рыкни там в уголку. Да. Я боюсь рычать, потому что микрофон может сломаться, понимаете? Как все говорят. Сколько микрофонов за концерт ты изнашиваешь? 3. Ну как? 1000. С собой еще беру обойму. Вот, девушки... Хотелось бы сказать спасибо, да, она там... Да. Но, к сожалению, правда, последние две записи, которые прослушивали люди, ну, как бы, там все равно другой вокалист. Давайте ответим на вопрос. Давайте на вопрос, да. Вот с вокалистами вы сами разбирайтесь. Куда мы хотим стремиться в нашем творческом развитии? Не-не-не-не. Да. Возможно ли изменение? Возможно. Да. Возможно. В лучшую сторону. И что вы можете заиграть невзначай? Не, ну, прежде надо сказать, что личности у нас в группе очень... Разно, разносторонний. Мы музыку слушаем, не скажу, что все одинаковые. Вот. Кто-то больше по олдскулу, кто-то более современное направление любит. Кто-то больше любит танцевальные жанры. Кто-то любит вообще не играть просто. Вот, а изменения, безусловно, мы будем двигаться в такую сторону какой-то популярной музыки, да, чтобы она там... Да нет, наша задача, да, прежде всего наша задача сделать качественный материал, который будет будоражить сердца. Если кроме шуток, да, мы хотим прежде всего быть коллективом безусловно тяжелым, безусловно экстремальным, но при этом самобытным, не пытаясь там какую-то определенную группу спародировать. И наверняка, когда даже вот слушатели нашу музыку сейчас услышали, мы не на какую-то конкретную группу не сильно похожи. И ну, отголоски можно услышать. Да и фильм экстремальный, тот же Укупник по мне поэкстремальнее. Не, ну он по жизни экстремальнее. Да, от него выворачивает душу, так и посильнее. Реально слушать тяжело, да. Прям так и хочется съесть свой паспорт. Смотрите-ка, ребятки, что я хотел спросить. Присутствует ли в звучании вашего коллектива какая-нибудь русская интонация? То есть расшифровываю. Жанр, конечно, не нами изобретен. А там за кордоном, но так как вы все-таки здешние ребята, есть ли какая-то интонация? Или вы про это не думали? Не, ну были мысли сделать что-то на русском языке? Даже, кстати... Коверок один. Да, надо, кстати, сказать, что... Тут дело не в языке, и не в тематике, и не там в косоворотках на сцене, а именно... Менталитете? Интонация. Какая-то капля в букете, которая чуть-чуть по-новому и украшающе проявляется в уже сложившемся мировом жанре. А смотрите, мы ответим на этот вопрос более чем конкретно. У нас есть замечательная песня «Шок Уотлера», с которой мы послушаем. Она полна таких интонаций, потому что она повествует о самых настоящих стахановских ударниках труда. Это опять ты конкретизируешь. Да. Дело не в теме. Как конкретизируют? Вот берешь там... вот зловещие живые мертвецы. Да. Такая совершенно международная тема, стилевая. Вот. Но мне кажется... Ну, давайте музыку послушаем, а потом попробуем сказать. Продолжим, вернемся. Потому что вы, может быть, я чувствую, не особо задумываюсь. И слава богу над этим вопросом, насколько там вливать русскую интонацию. Душу. Наше дело творить, а ваше дело Но слушать. Но это та же самая история, на самом деле, что и когда русский какой-нибудь пианист играет западную музыку, нельзя же сказать, что конкретно вот эту фразу он сыграл более лирично, чем западный человек. Но все равно некая своеобразная русская глубина, мудрость, она эту музыку еще и западную выявляет еще более ярко и глубоко. Вот я про что хотел сказать. Мне кажется, вот... Прошу прощения, задержаться чуть-чуть. Хэллоуин, когда только появились, у них были такие соло, так знаете, такие длинные, такие навороченные. Им говорили то, что у них там музыки славянизмы.
Ну вот. А там, а это очень субъективно. Это, тем более, в конкретном случае это было неправда, да, так это такая вещь в себе. Но это, может быть, было желание сказать, что такие залихватские соло, что чувствуешь себя немножко еще и славянином, будучи арийцем, например. Что очень хорошо. Потому что чистота расы, она всегда вредна расе. Давайте слушать, что ты там сказал, как называется? Песня простаханской для жизни. Shock Walkers. We'll be right back.
Но главное тут не в количестве, а в качестве. В рубрике «Ух, тяжело» мы слушаем молодежный коллектив Rewind. А может быть, в металле несть Элина, несть Славянина, понимаете? Нет, потому что, знаете, существуют там жанры специфические. Например, техасский металл, который сейчас, к 2017 году, уж наверняка полностью оформился. Очень самобытный, очень самостоятельный. Это очень слышно, да. Но это как бы некая периферия. А если вы... Хотя опять тут можно запутаться. А потом вчера, сегодня этот металл техасский, а завтра он становится общим достоянием, весь мир его играет, и не хуже техасцев. Ну, настоящий техасский металл. Надо просто понимать, какую ты музыку играешь. Вот, эта музыка не наша. Вот, и если ты начнешь подмешивать что-то... Это чужая музыка. То возможно, да. Это возможно, не получится. На самом деле, если... взять любой, может быть, вопрос, касающийся молодежной музыки, то всегда можно найти ответ в симфонической музыке, ну, вернее, в академической. Вот что было с симфонической, да и фортепианной, и скрипичной музыкой в XIX веке? То есть существовала западная, совершенно колоссальная, многовековая музыкальная культура. И вдруг появилась в лице Глинки и его и последующих наших великих композиторов появились люди, которые, используя западные технологии музыкальные, то есть и инструменты, и форму, и теорию, и так далее, совершенно не ломая и не противоречия этому, влили свою русскую ноту, и в результате весь мир с любовью играет их произведения до сих пор и будет играть. И Рахманинова, и Чайковского играет весь мир. И Стравинского, и Шостаковича. Хотя это... композиторы, опять же, с одной стороны, глубоко русские, но и совершенно мировые и по технологиям, и по некой гуманной сути. Ну, здесь, смотрите, с металлом произошло нечто подобное, только с другими странами, потому что жанр такой, именно как хэви-метал, он оформился в Англии, да, а там американцы это перехватили, и абсолютно самостоятельная школа появилась, которая тоже вот уже весь мир пародирует в основном американцев, нежели чем англичан. А с Советским Союзом, с Российской Федерацией и с этим жанром, к сожалению, вот не сложилось, потому что было буквально таких парочка, наверное, конкурентоспособных коллективов. Да, и достойных. То, да, как-то ныне подзабыто. Ну, понимаешь, не сложилось, это, во-первых, еще не время, потому что разница... между... Когда он там возник, металл? На стыке 70-х, 80-х годов. Ну что, 50 лет еще не прошло, да? Вот. А русская музыка появилась в 19 веке всего лишь. Да, вот это вот, та, которую весь мир играет. Зазор между... там, какую эпоху? Даже если не брать добаховскую эпоху, а просто начать с Баха. Зазор уже огромный, да, годам. Так что ничего, все еще будет. И будет именно стараниями тех музыкантов, которые от души играют то, что им хочется, нравится. И что мне нравится в вашем коллективе, что сыграно с любовью, вкусно, со вкусом. И на радость себе же, прежде всего. Спасибо. Вот. Вот это вот как раз самая фишка, потому что, видите, мы сейчас обсуждали меркантильные вопросы. То, что да там... мы не обсуждали, мы над ним, в общем, иронизировали. Конечно. Но, то, что они отсутствуют. У нас самая первая задача, чтобы нам было интересно и приятно самим вот за конечный продукт. И ну, а если вам звучит, понравится, да, то, конечно, вообще прекрасно. Ну да. Вот еще пишут слушатели. Я читаю, как, как человек написал, потому что некое слово, вот второе в его послании, я не могу расшифровать, может быть, там опечатка, а может быть, какой-то термин, которого я не знаю. Сейчас переведем. Значит, металл с симоничным звучанием, ну, не знаю, может, это термин, а может, опечатка, симоничным звучанием зло и цинично иллюстрирует реальное положение дел. Цинично в смысле названия вещей своими именами, да пребудет с нами металл, коллектив звучит вкусно. Спасибо. Большое спасибо. Я бы хочу вот персонально поговорить с этого человека, потому что вот одна из основных черт именно вот этого жанра, которым мы играем, я считаю, что должна быть циничность, потому что на серьезных щах это не исполнишь. Вот. А поскольку нашу циничность оценили, значит, мы идем
верном направлении. Да, в верном направлении. Вот, да. А может быть, в этом и есть русская интонация, потому что русский черный юмор — это какая-то особая статья. Это не значит, что черного юмора нет у других национальностей, но у нас это какая-то особая статья. Если вы там капнули немножко русским черным юмором, то вот вам и русская интонация в метальной всемирно-западной музыке. А черный юмор — это как ноги. Либо есть, либо нет. Я не знаю. У кого-то есть, а у кого-то нет. У кого-то есть, а у кого-то нет, да. Ну, голова тоже иногда не у всех имеется. Так, ребятки, давайте-ка... Да, еще раз повторите. А, симфонично. Человек, вот это была опечатка. Значит, металл с симфоничным звучанием зло и цинично иллюстрирует реальное положение дел. Я согласен. Да и не поспоришь, в принципе. Не, да. Это ответ простого народа на ситуацию вокруг него. Притом ответ профессионально сыгранный. А видите, вот ситуация вокруг него очень интересная тоже, тема отдельная, потому что жанру 30 лет, а ситуация все она как бы хорошей не становится. Сознание. Да. Ну, слушай, с музыкой всегда, он Стравинский, опять же, понаписал, он в 11 году сочинил «Весну священную», а до сих пор люди не могут в себя прийти, как это необычно звучит. Давайте-ка послушаем песню «Вам на дорожку» «Voices». Voices. Это вам обращаю внимание. Вот это... Опять немножко. Да. Песня, наконец-то, записана именно тем составом, который есть в студии. Так. Она войдет на наш новый альбом. Слушайте песню Voices, покупайте наш альбом, трясите ходите на концерты. Башкой. Да, трясите башкой и прочим частями тела. Да. Да, всем спасибо. Поехали, спасибо. Спокойной ночи. Не-не-не-не-не. Нет? Не надо. Еще не надо? Мне до шести тут еще сидеть. Rewind играет. Ура! Да. Yourself.